Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть в Warcraft Chaos, Warcraft 3. Так, давайте посмотрим, что он нам. А за орков точно. Мы играем за орков. Духи Ашенвальдского леса. Ашенвальдского. Черт бы побрал этого тралла! Надо же послать своих лучших воинов рубить лес! Он пропадет без меня. Вождь, этот лес какой-то странный. Здесь слишком тихо. И за нами как будто наблюдают. Вы что, духов боитесь? Здесь ничего нет, кроме теней и вековых деревьев. Анадуна Филор. Табульку. Ты это слышал? Здесь есть духи. Я не боюсь врагов из плоти и крови, но мой топор бессилен против бестелесных духов. Придержи язык и за работу. Для постройки лагеря вождя потребуется много деревьев. Нужно вырубить весь этот участок леса. Так. Заготовка леса 15 тысяч. Все понятненько. Вождь. Такс. Трусливый глупец! Какие они странные, эти болотные огоньки! Может быть, они и есть те ужасные духи, которых вы все так боитесь. Вождь, на нас напали. Вы были правы, сестры. У этих зеленокожих тварей нет почтения к жизни. Во имя вот так. Луны уничтожим их. Ну, не совсем у вас это, конечно, получится. Ой-ой-ой. И мне жить. Блин. И еще давай. Да это было предвидено уже. Женщины! Это же женщины! Да, они похожи на эльфиек, но гораздо выше и гораздо свирепее. Кого убить? Так. И мне жить. Еще. Так. Блин, по-быстрому от них сейчас здесь избавиться. Наконец-то. Давай. Что надо, хозяин? С удовольствием. Вождь? Да. Ну-ка. А, ну вот еще как раз. Сделаю. Вождь. Воительницы вернулись верхом на летающих тварях. Против наших волчьих всадников. Они долго не продержатся. Да, мы знаем, что долго не продержатся. Нам бы долго продержаться бы. Нужно золото. Такс. Нужно золото. А где золото? Что у нас золотого? Золота нету? Кого убить? Волчья тропа ждет. Жаловать. Что нужно? Блин.
Угу. Хорошо. Охренеть, ладно. Наконец-то. Да. Пойдем, пойдем. Исследование завершено. Волчья тропа ждет. Трусливый глупец. Так. Одного все-таки вы меня приговорили нахрен. Наконец-то. Да. Стой, стой, стой. Здравствуй, добрый варк. Не думал встретить в здешних краях кого-либо из вашей братьев. А так лес собирают эти роботы. Видишь, мы здесь лес рубим, малыш гоблин. Видишь ли, живет тут неподалеку племя биорнов, медведеподобных тварей, и сильно нам досаждает. Если ты убьешь их вождя, мы будем отдавать вам свой товар почти за даром. Возможно, мы даже дадим вам попользоваться резаками. Я подумаю. Я подумаю. Ну, давай попробуем. Точно не помню уже. Ага, мы пока Волчья еще не мои. Тропа ждет. Кого убить? Вождь? Наконец-то! Так. Деревья пока вот здесь. А эти, блин, таскать сюда надо будет. Сколько у нас там? Чё надо, хозяин? Угу. Так. 450 не хватает. Ладно. А обеспечить вас тоже. Ну-ка, давайте-ка вот так. Чё вот. Чё надо, хозяин? Да-да. С удовольствием. Так. Сделаю. Ну-ка. Нас атакуют. Кто, где? Да. Говори, вождь. Блин. Охренеть. Вождь, только скажи. Один остался. Кого убить? Наконец-то. Да. Наконец-то. Сделаю. Да подождите вы. И мне жить. Кого убить? Вот. Тихо, тихо, тихо. И мне жить. Трусливый глупец. Так. Так, так, так. Сделаю. Идем обратно. Угу. Нужно золото. Блин. Эти-то тоже. Сколько вы так будете таскать золото? Проще там построить, да? Чего хочешь? Так. Да, лучше уж там построить. Что за... Кого убить? Вождь? Наконец-то. Сделаю. Ну-ка, давай посмотрим. Наконец-то. Да. Сделаю. Да.
Вали его. Сделаю. Мне, блин, прокачаться, что ли, надо? Да. Вот это собирательство. Сделаю. Наконец-то. Да. Сделаю. Наконец-то. Да. Сделаю. Угу. Хорошо. Давай. Хренач. Да. Наконец-то. Должно быть, это и есть те самые бьорны, о которых говорил гоблин. Знатная будет битва. Сделаю. Да. Ага, знатная битва. Сделаю. Отхреначат они меня, и все. Сделаю. Да. Сделаю. Да. Наконец-то. Да. Наконец-то. Сделаю. Чё надо, хозяин? Нужно золото. А, 400 надо, блин. Наконец-то. Да. Наконец-то. Охренеть. Да. Сделаю. Наконец-то. Вождь? Да. Наконец-то. Смотрим, что здесь у нас. Да. Наконец-то. Ой, назад. Да. Наконец-то. Да. Трусливый глупец. Опа, качнулся. Блин. Наконец-то. Да. Пойдем сюда. Наконец-то. Да. Сделаю. Да. Такс. Наконец-то. Пойдем сюда посмотрим. Ой, не-не-не. Сделаю. Трусливый глупец. Да. Наконец-то. Сделаю. И мне жить. И... кого убить? Давай. И мне жить. Нас атакуют. И мне жить. Вождь, это гигантское дерево источает магию. Лучше держаться от него подальше. Ха! Тут что, собрались трусы? Это ну-ка давай хреначьте. Дерево, как и все остальные. Рубите его! Только скажи. Говори, вождь. Я ж тебя поймал. Только скажи. Не проблема. Блин. Кого убить? И мне жить. Охренеть. Ну спасибо нахрен. Чувствую, я не так начал. А, нам подождите, нас давайте атакуют. Переиграем. Начать заново.
Блин, эти собирательства меня так бесят. Вождь? Наконец-то! Чего хочешь? Ну-ка давай отсюда, пока все деревья. Какие странные эти болотные огоньки. Может быть, они и есть те ужасные духи, которых вы все так боитесь. Так. Сделаю. И мне жить. Вот так вот. Трусливый глупец. Блин. Наконец-то. Здесь у нас ничего нет, ничего, да? Да. Сделаю. Наконец-то. Почему нельзя сделать, чтобы у них автоматически это было? Чего ждем, когда они? Да. Выхренают тут. Да-да. Все деревья, потом туда пойдем тогда. Не будем первоначально тут все оголять. Чего прикажешь? Говори, вождь. Что нужно? Пусть вот вождь стоит впереди. Так, у меня трон-то есть? Трона нет. Трон стоит 300, 700 останется еще. Ну давай на всякий случай. Сделаю. Поставлю трон. Да. Ну-ка, как кто соберет? С удовольствием. Нет, как нас не собирает. Да, да. Так. Чего хочешь? Давай. Сделаю. О, подожди, вот это сначала еще. Минутку. Пока не будем туда показываться. Дело сделано. Угу. Чего хочешь? Давай. Рубите эти деревья. А то сюда пойдете. Будем немного хитростью брать. Блин, блинский. Чё надо, хозяин? Ну. Да-да. Сделаю. Что вы суетитесь, сукутите-то, блин, туда-сюда. Договориться не может, кто такое, кто какое дерево будет валить. Хорошо.
Спокойно, не надо пока там ничего рубить. Будете здесь хренакать. Вот так. Блин, Вольфов, хорошо расставил их нахрен духов, и все. Качают, блин, без проблем. Ритм. Отбивают. Давай. Блин, что-то долгая миссия такая будет, я понимаю. Так, мне проще медведя загасить, да, взять эти лесопилки, эти резаки. Опаньки, опаньки. Давайте, валите это дерево. Опа. Собирать я же тоже деревья же. Опа, молодцы. Даже эти маленькие деревца надо все собрать. Что надо, хозяин? Пока нормально идем, ни больше, ни меньше. Блин, собирательство это, блин, такое. Почему нет просто такой нормально? Хопа, хопа. Стратегии без условий. Что надо, хозяин? С удовольствием. Да-да. Вот сейчас вот надо сохраниться. И с этого момента вот уже начинать. Ринакать-то. Большой проход нам не нужен.
Да-да. Хорошо. Смотрим. Да. Чего хочешь? С удовольствием. Кого убить? Ну-ка, давай. Угу. Как только завалит это дерево, можно отгонять их. Сделаю. Сделаю. Вождь. Наконец-то. Вождь, на нас напали. Вы были правы, сестры. У этих зеленокожих тварей нет почтения к жизни. Давай. Во имя Луны почтение. Уничтожим их. Чем могу помочь? Вождь. Вот так. Женщины! Это же женщины! Да, они похожи на эльфиек, но гораздо выше и гораздо свирепее! Да, наконец-то! Да, сделаю! Да! Понятненько. Вождь? Так. Чего хочешь? Пойдем построишь. Подожди. Кого убить? Вот здесь. Давай. И мне жить. Да. Надо построить вот здесь вот. Да-да. Вождь. Кого убить? Иди пока вот огонек этот убей. Сделаю. Так, так, так. Только скажи. Вождь. Воительницы вернулись верхом на летающих тварях. Против наших волчьих всадников они долго не продержатся. Бей их. Чтоб не успели. Ты у нас чё? Оля, так, щит молний. Очищение, блин. Кого убить? Наконец-то! Блин, это в два раза быстрее пойдет. Угу. Ну-ка, давайте посмотрим. С удовольствием. Или просто рядышком встанет. Охренеть, блин. Рядышком встал. Да-да. Не, так нам не пойдет. Вождь. Сделаю. И мне жить. Наконец-то. А, мне не достать его еще, да? Сделаю. Ну, ладно. Да. А это достать? Сделаю. Наконец-то. Давай, давай. Дело сделано. Чего хочешь? С удовольствием. Да. Да-да. Чего хочешь? Денег хочу. Носите побольше, что вы по 10-то носите. Да.
Трусливый глупец! А почему? Наконец-то! Да! Кого убить? На! И мне жить! Сделаю! Дело сделано! Нужно золото! Нужно золото. Чё надо, хозяин? Сделаю. Так, знаков повышит скорость восстановления здоровья. Блин, 125. Ну ладно, давай. Мне все равно вас делать придется. Вождь? Моя жизнь принадлежит. Ну-ка, давайте-ка вот так вот сохранить на 2 и попробуем напасть вот здесь, вот выбить его хотя бы. Наконец-то! Сделаю! Кого убить? Приказывай. Вождь. Давай. Вождь, это гигантское дерево источает магию. Хреначьте его, хреначьте. Подальше. Ха! Тут что, собрались трусы? Это такое же дерево, как и все остальные. Рубите его! Подожди, рубите его. Да. Вот так вот. Хозяин? Табу! Нужно золото. Нужно. Угу. Так. Видите? Это же гора древесины. Если найдем еще такие же, распилим их. Отмщен. Так. Вождь. Блин. Кого будет отмщен? Приступаю. Опа. 6 уровня, все, охренеть. Кого убить? Наконец-то. Зул'джин будет отмщен. Чего? Дело сделано. Все, что пожелаете. Чего хочешь? Так, ну чё, последний и домик, наверное. Хорошо. Даже, блин, опасаюсь. Конечно, маленько. Сохраните игру 3. Блин. Моя жизнь принадлежит Орде. Кого убить? Вот так вот. Жизнь Орде принадлежит. А? Давай сюда. Сквобу. Нет, а где у меня охотники-то? Наконец-то. Сделано. Так, ну там мы слышали. Здравствуй, доброго. Да. Исследование завершено. Давай, пока дерево таскай, я потому что даже не знаю, золото таскать тебе или как. Кого убить? Волчья тропа ждет. Сделаю. Вот кто-то есть тут. Да.
И мне жить! Исследование завершено. Так, один-то я, наверное, здесь не справлюсь, да? Трусливый глупец! Давай. Да мне не надо, мне надо вот пока этих долбить. К этому я еще приду. Хрен ли, если его чинят, блин. И мне жить. Трусливый глупец. Давай. Вот так. Кого убить? Вождь. Исследование завершено. Наконец-то. Можно теперь сделать. Так. Вот их ничего не надо исследовать. Говори, вождь. Ерунда. Готов жаловать. Угу. Так, ты идешь сюда. Нас атакуют. Здесь нельзя строить. С удовольствием. Что нужно? Ну-ка. Все хреначьте их. Исследование завершено. Кого убить? Хик. Так, строительство идет. Мне понадобится. Раз, два, три, четыре. Пять. Пять рабочих. А здесь мне понадобится. Вот этого хреначьте сначала. Только скажи. Говори, вождь. Взять его. Зол Джин будет отмщен. Не проблем. Откуда вы пришли, блин? Так, а у меня... Целителя-то никакого и нету, да? Чего хочешь? Готов скалывать. Сделаю. Зол Джин будет отмщен. Да. С удовольствием. Вождь. Давай. Исследование готов завершено. Кровать. Чего хочешь? Зол Джин будет отмщен. Блин, я же испугался, думал, кто там. Готов кровать. Кого убить? Ладно. Так, три бугая и еще нужны всадники. Нужно золото. Нужно золото. Зол Джин будет отмщен. О! Смотрите-ка. Так, чтобы использовать прежде, щелкните левый. Дело сделано. Чтобы использовать предмет. Да. Зол Джин будет отмщен. Наконец-то. Да. Наконец-то. Да. Так. Наконец-то. Сделаю. Исследование завершено. Давай-ка сюда обратно иди. Наконец-то. Да. Оп. Моя жизнь принадлежит Орде. Хозяин? Табу. Чё надо, хозяин?
сюда. Этот один у меня дерево таскает. Так, ну все, вроде бы здесь. Иди-ка сюда. Моя жизнь принадлежит орде. Мне нужна пушка вот здесь вот. С удовольствием. Их штуки три надо будет поставить. Кого убить? Чего прикажешь? Сквобу. Так, вот так вот мы отряд 2 сформируем. Ну, да. Пойдем к медведям. Наконец-то жизнь принадлежит орде. Сделаю. Чего? Так и сделаю. Вперед! О! Вождь! И мне жить! На! Кого убить? Кого убить? Трусливый глаза! Дело сделал! Вот так вот! Кого убить? Давай, вот так вот! И мне жить! Не успеешь пополнить. Хреначьте их всех. Трусливый глупец. И мне жить. Трусливый глупец. Наконец-то. Бейте, бейте его. Да. Сделаю. Нас атакуют, да? Глагар. Наконец-то. Хик. Давай. Трусливый глупец. Сделаю. Да. Чего хочешь? Хочу, чтобы ты строил. Наш рудник скоро иссякнет. Какой? Этот-то на 37 тысяч, а этот... А, ну это про этот вот. Так, ладно. Угу. Нам надо обезопасить его. Чего хочешь? Хорошо. Чё надо, хозяин? Да-да. Чего хочешь? Да, подожди. Сделаю. Чё надо, хозяин? Хорошо. Дело сделано. Кого убить? Так, чё у нас? Так. Все, давайте. Да. Нас атакуют. Вождь. Давайте, давайте. Скоро попали. Отведай, стали. Кого убить? И мне жить. Дело сделано. Моя жизнь принадлежит орде. Дело сделано. Нас аж город напали. Дело сделано. Ну, блин, блински. И...
Сейчас мы захренакаем. Наконец-то. Это вот эти падлы. Хреначи мы. Кого убить? Сделаю. Да. Наконец-то. Вот. Только скажи. Давай. Взять его. Всех их. Сейчас еще дерево поднимем. Не проблема. Золотой рудник обрушился. Нас атакуют. Че надо, хозяин? Сделаю. Да. Так. Зол Джин будет отмщен. Да-да. Че надо, хозяин? Хорошо. Ваш чего хочешь? Нас атакуют. Сюда давай. Кого убить? Бейте, бейте его. Дух целитель, блин. Трусливый глупец. И мне жить. Их. Кого убить? Подождите, дайте мне время только. Дело сделано. Дело сделано. Он будет отмщен. Говори, вождь. Давайте, давайте, где у меня? Героя пока нету. Чего хочешь? Да-да. Кого убить? На. Нас атакуют. Жутливый глупец. Вождь, сделаю. И мне жить. Дерево войны. Говори, вождь. Отведай стали. А теперь можно будет и на медведя идти. Херак, херак. Ответы стали. Чтоб больше убить? Не плодили. Что нужно? Икс. Вождь. Вперед. Еще дерево, опа, забрали. И мне жить. Крошите, крошите их. Кто? Трусливый глупец. И мне жить. Подожди. Куда пойдем? Все, что пожелаете. Ладно. Тасдинго. Хм.
Давай. Чего? Прольется кровь. Так и сделаю. Вон их сколько там нахрен. В лесу. Все, нет? Нет, вон. Кто-то где-то... Говори, вождь! Эй! А? Что нужно? Ерунда! Тут тоже 17 тысяч. Кого убить? Да. Давай. Наконец-то! Должно быть, это и есть те самые Бьорны, о которых говорил гоблин. Знатная будет битва. Давай, давай, давай. И мне жить. Пока вроде неплохо идем. Давай. Вам не спастись. Наконец-то. Сделаю. И мне жить. Вот он. Да. Наконец-то. Да. А вот теперь можно. Кто там? Так, подождите. Нас атакуют. У нас почему-то ничего не делалось. Кого убить? Эздинго. Блин, так они меня загасят. Кого убить? Вождь. Давай, по-быстрому. Развалите здесь все. Моя жизнь принадлежит волчье. Тропа ждет. Сделаю. На наш город напали. Да. Наконец-то. Сделаю. Сейчас мы им... Устроим кучки, ну мать. Кого убить? Моя жизнь принадлежит орде. Не проблема. Ерунда. Джин будет отмщен. Давайте. Волчья тропа ждет. Эй! Бейте их всех. Вперед! Зул Джин будет отмщен. Говори, вождь. Волчья. А, премного благодарна. Держи. Эти резаки валят деревья моментально. Зул-джин будет отмщен. Отряд 0. Че надо, хозяин? Теперь по поводу вас. Сделаю. Да. Волчья тропа ждет. Зул-джин будет отмщен. Кого убить? Вождь. Ну-ка, что еще можно купить? Давай.
Твоя жизнь принадлежит Орде. Давай сюда. Наконец-то. Что нужно? Эй! Давай-ка посмотрим, что у нас здесь. Вождь? Говори, вождь. Ерунда. Волчья тропа ждет. Кого убить? Че надо, хозяин? Дело сделано. С удовольствием. Чего хочешь? Да-да. Да. Вот. Что нужно? Только скажи. Наконец-то. Сделаю. Где-то здесь вот они. Кого убить? Вождь. Давайте. Иначе тут все. Кого убить? Скажи. Что сопротивляется? Говори, вождь. Ну-ка, целилку им сейчас поломаем. Кого убить? Да. Дело сделано. Сделаю. Дело сделано. Наконец-то. Сделаю. Да. Трусливый глупец. Что нужно? Так. Вождь. Только скажи. И мне жить. Что нужно? Вождь. И... Вот так. Вождь. Кого убить? Вождь. Трусливый глупец. Только скажи. Взять его. Да. Уничтожаю вот это все нахрен. Что кого убить? Эти-то пусть пока там будут. Сделаю. Давай. Отвлекаем, отвлекаем. Не надо нам новых. Осталось нарубить совсем немного. Склады древесины заполнены почти доверху. Конечно, смотрите, как его опустошили. Что кого убить? Давай. Опа, подожди. Что нужно? Вождь. Кого убить? Ерунда. Табу. Нас атакуют. Вождь. Да. Сделаю. А? Хозяин. Кого убить? Чего прикажешь? Вдвоем спаслись, а только, блин. Ладно, хорошо, повыкашивали у них. Чё надо, хозяин? Ну, скоро уже будет. Да. На, иди вот сюда. С удовольствием. Только скажи. Не проблема. Так. Не проблема, хорошо. Я тебя услышал. Блин, так-то нифига, там 4 резаката хреначат. Два в одну сторону, два в другую. Моя жизнь принадлежит тебе. Давай сюда.
На наш город напали. Сделаю. Чего хочешь? Давайте, у них сейчас все равно потери будут. Кого убить, волчья тропа? Моя жизнь принадлежит Орде. Чини. Что надо, хозяин? Нас атакуют. Чини. Строй. Что надо, хозяин? Да-да. Строй. На наш город напали, вождь. Да вы что, издеваетесь? Что прикажете? Все, что пожелаете. Моя жизнь принадлежит Орде. И мне жить. Это что за месть такая? Основное задание выполнено, конечно. Но тем не менее, хотелось бы их размотать вот. Еще там. Заготовка леса закончена. Отлично. Строим лагерь. Ух ты! Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока!